Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дора Люкс. И сейчас я пойду для вас играть. Кто не знает, я композитор, писатель, поэт, художник. Вышиваю картины, рисую на камнях, рисую картины различные. Также я экспромтами сочиняю музыку. С 4 лет творю. Также я являюсь лучшим финалистом на лучшего бухгалтера 2018 года, а также в конкурсе заняла призовое место по музыке, сочинению музыки вот в этом году. Вот первое призовое место. Вот. Конкурс 7 нот называется. Также я являюсь, ну, это кратко, в общем, не замужем, есть сын 14 лет, вот так, 21 октября мне исполняется 46 лет, вот так, сейчас я пойду и вам играть буду. Сажусь, играть буду для вас. Thank you.
Я желаю вам от всего сердца счастья. Эту музыку я посвящаю, как всегда, дорогому и любимому своему Дэвиду Гарретту, а также всем жителям планеты Земля и галактики, нашей великой, хорошей горы галактики. Гармония, чтобы наступила, чтобы эта музыка в каждом человеке что-то свое. Ну, любовь. Будьте с любовью, живите в любви, гармонии, красоте. И пусть в вашей жизни будет только счастье. С вами была Дора Люкс. Всем пока!